Вот запустили наш сайт на прозрачном проекционном экране. Вот наше портфолио, то, что мы умеем делать. И красивые вещи получаются на производстве. Очень точный тач, очень радует. Распознает жесты, можно настраивать. Это все к разделу интерактивы на сайте. Здесь есть LCD тач-панели, есть интерактивные витрины. Скорее, это к интерактивной витрине относится. Вот такая прекрасная вещь. Видео, пожалуйста, иллюстрирует то, что можно запускать отличные видеоролики, и они будут очень интересно смотреться, коль скоро это позволяет, собственно, YouTube. Всплывающие окна. Отдельно открыть YouTube, сделан в красивом большом разрешении. Смотрим. Ну вот, например, интерактив на интерактиве.